Суд на севере Таджикистана приговорил активиста исламского движения Хизбут Тахрир к 6,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана. Шариф Лохон Алиев признан виновным по статье 307, часть 2 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, совершенные повторно». УК и приговорен к 6,5 годам лишения свободы, говорится в сообщении. Последний раз он был осужден на 10 лет лишения свободы в марте 2007 года приговором Худжанского горсуда и вышел на свободу по амнистии в 2013 году, сообщили в генпрокуратуре. Срок наказания осужденный будет обывать в колонии особого режима. Международная исламская политическая партия Хизбут-Тахрир была создана в 1953 году в Палестине. Ее главная цель восстановление исламского государства Халифат, причем согласно официальным документам партии данная цель достигается не силовым, политическим путем со ссылкой на образ действий пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует до переселения в Медину. В Таджикистане деятельность хизбут была запрещена решением Верховного суда в 2001 году.